Все хорошо? Давай плохое настроение оставляем на работе, дома мы все радуемся! Ничего себе, тут сколько много всего дорогого. Что, праздник какой? Ну, конечно. Муж с работы пришел. Да, муж с работы действительно праздник. Ой, скорее бы лето. Так хочется отдохнуть. Отпуск, море, пальмы. А самое главное, знаешь, что, Игорёш? Я подготовлюсь и получу права! Да! Буду везде гонять! Возьму каршеринг и на разных машинах по всем торговым центрам! Игорёш, ты чё куда торопишься-то? Не тороплюсь. Мне кажется, я уже везде успел. Игорёш, а ты чё с шефом-то поговорил? Люба, ты знаешь это? Он сам со мной решил поговорить. Ну отлично, надеюсь, ты ему все сказал. Мы вообще ему друг друга все высказали и вообще прям не стеснялись, прям вообще все, в лоб. Ага, и че, когда тебя повесят? Повесят? Повысят! А, повысят? Когда? Игорёш, когда? Да вот буквально через 3 дня. Игорёш, он может не уволиться, а? Тоже. А кто еще? Этого, то, что потом, его же потом уволят же. Вот ну, Игорёш, давай без спойлеров. Да какие спойлеры, рано или поздно всех уволят. Да меня просто бесит этот коллектив. А что, из-за этого можно уволиться? Ну нет, конечно, я просто так говорю. Че, мы дураки, что ли, работу теряем? Нормально. Все? Да. Спасибо! Вот все 6 штук взяла всего за 30-ку! Ой, Игорёш, а что-то машинка сломалась стиральная! А? Ну а чё? Чё и следовало ожидать, конечно. Ну да чё, она старая, новую купим, да? Угу, а чё, купим новую, будем на новые твои новые вещи стирать. Люб, ты чё? Фу, кошмар приснился, будто тебя уволили. Ой. А может, вещи сон-то, а, Люб? Не, с четверга на пятницу не сбывается. Все нумерологи мне так говорят. Я же говорил, все нумерологи п***л. Ну ты что, на опоздаешь же? Да не опоздаю, что ты? А сейчас самые пробки начнутся. Ну и что? Мне плевать вообще на пробки. Давай иди уже! Люба, да меня уволили нахер! В смысле? Ставьте лайк, кому тоже плевать на пробки.